Детство Прокофьева прошло в имении Солнцевка Екатеринославской губернии. Он был окружен чудесной природой, слышал русские и украинские песни. Гораздо позже, в эмиграции, у него вдруг возникает ностальгия по всему русскому, родному. Его тянет к русской музыке, к русской литературе, к русским людям. Именно в эмиграции он активно начинает интересоваться русскими песнями. И он пишет: «И в самом деле, зачем я здесь, когда меня ждут там?» Прокофьевы собрались домой, в Россию.